Зрителей из Питера интересует. Питерские зрители. Сейчас он опять оборвет партию. Почему? Потому что он уже и так делал. Ты поаплодируй еще раз. Отлично. Интересный гамбит. Нет, хоть вроде есть что-то такое. Наверное. F6 точно нет. F6, да, смотрится слабо. Конь вообще сейчас хочет туда прийти. Он хочет дать мат. Я понимаю этого парня. Ой. Меняйся, конь E6. А, там можно так делать? О, теперь конь на E6 сейчас придет. Слон потерялся. Была коня 6 сразу, коня 6 сразу реально. Да, к сожалению, да, спасибо большое за пожертвование. Мы просто, понимаете, вот мы не можем видеть, кто именно. Вы просто понимаете, я знаю, на что Кирилл потратит это все. Поэтому... На картинг. Да, да. Ну, и, в общем, ты сам так сказал. Теперь ты будешь кататься, пока тебя тошнить, ничего не начнется на эти деньги. Нет, на самом деле, вы как, если вы хотите отблагодарить финансово авторов трансляции, то хотя бы указывайте в чате, что это сделали именно вы, потому что у нас нет возможности смотреть. Вот вы видите сейчас все то, что видим мы. Так что... Почему мне отдали все фигуры? Ну, я не знаю, это фишка. Все, ферзь прошел? Нет, конь F8 надо было. У меня больше фигур, чем было в начале партии. Все меньше на одну. Новороссийское развлечение, да, на самом деле 12-го, 13-го числа. Или когда мы там собирались увидеться? Короче, в середине июля. Да. По-моему, 17-го, да? Да, в середине июля собирались встретиться. Сделаем что-нибудь для группы обязательно, что-нибудь запишем. Да, скорее всего, мы запишем матч из 4 партий в парке, потому что мы поспорили там на результат одного околоспортивного события, и поскольку Кирилл в нем совершенно ужасен, то не, ну... я думаю, что вы близки к тому, чтобы увидеть матч из 4 партий вживую. Вот, ну, представляете, мы... это будет 2 партии на коне в 3 и 2 партии на латышский гамбит. Да, это будет охрененно весело. Просто охренительно весело. Так, ребята, ну... Что-то я еще хотел сказать. В общем, да, встреча обязательно состоится. Мы, если, кстати, есть у нас шахматисты из Краснодарского края. Есть, конечно. Которые стоят в нашей группе. Мы обязательно всех можем позвать. Можно вообще пересечься где-нибудь и накидаться. Нет, вот без последнего. Мероприятие. Нет, давайте тогда уж без первого. Так, ну ждем еще вызов. Все от Никиты висит, да, но не будем уже. Давай примем, почему нет? Давай тогда Даню вызволим, вытащим из клетки. Ай, давай, хорошо. Даня обидится и уйдет. 41 человек тем временем. Все, Даня заслужил. Сыграете на лече с поминутки? Да, конечно, сыграем, но чуть попозже. Да. Сколько у нас продолжается вот эта вот сессия? 26 минут. Нет, я имею в виду, сколько она продолжается по плану. Боюсь, что больше, чем 1800 мы не набьем за это время. Че такое гур? Гур? Да, ты профессионал по карте. Видимо, гуру. Гуру. Это такое. Ну да, да. Зачем-то просклоняли, но не очень получилось. Ну, без пешки, кстати. Ты доволен? Я не пилот. Б4. А3. А3, пойди ты. Че ж такое? Никита. Тактика. С ферзями. Ну сейчас-то зачем играть? Гидроусилитель руля, понятно. Я просто очень далек от машины, я ближе к футбольчику, там, к ячейку. А-а-а! Устают, но это же недолго. Я не предлагаю Кириллу часовую гонку. Ну он хочет, чтобы я разбился на вороте. Нет, я на самом деле просто не очень люблю машину, вообще очень далек от этого. Я сейчас после КРДЖТ могу получиться красивый мат, но увы. Пешкой? Мат пешкой? Связали. Сопротивляется до последнего, без ферзя. Молодец. Шах.
И что последняя наступит довольно скоро. Беги. Да, кстати, у нас еще не... Видимо, просто не высветило сообщение, но ничего страшного. Потом мы расскажем все тайны и тонкости этого стрима. Ты когда-нибудь ставил мат рокировкой? Да. Кто был этот бедолага? Откуда я знаю? Кто-то в интернете. Патрик Джейн, ну тоже кто-то из наших. Да, это я тоже знаю. Кто, но я не буду спойлерить. Хотя... буду. Что вы думаете по поводу выхода? Это слишком. Ну, Платон хочет пожертвовать немного рейтинг на нужды общества. Это неплохо. Нет, стоп, там 400 пунктов. А. Да, Платон, это последняя партия. Какие мысли по этому поводу, да? Я думаю, что ничего плохого не произойдет. Да, конечно, ничего плохого не произойдет. Это прокатные карты маломощные, 6 лошадиных сил. Так. Такая неловкая пауза. F5, да нужно F5 играть, F5, F6 там. Рвать и метать. Вот он как-то все уводит на последнюю. Зато у него все ровненько стоит, это красиво. Не, позиция неплохая у черного. Так, ребят, если мешает какой-то звук посторонний, я могу закрыть окно, потому что включить кондиционер. Потому что, наверное, неприятно слышать звук автомобиля постоянно. В общем, если нет... Атон, я думаю, в курсе, что у меня рейтинг по минутке 1200. Не понимаю, зачем он так мучается. Слон F7, слон G6. Такой план. Нет? Не такой? Если Кейл предлагает план, то послушайте и сделайте наоборот. А почему? Отличная идея была. Это мой девиз во всех наших выпусках. Вот твой девиз во всех наших выпусках. Ну это тоже, да. Что за ход? Хороший ход, кстати. Платон очень, очень хороший. На флаг-то он тебя точно снесет. Как туда прорваться теперь? Не знаю. Слушай, ну он ничего не придумывает. Коня, ой, слона съешь. Там вот еще один твой друг пишет в чате. Ящ. Он ест Биг Мак. Кирилл, это специально для тебя курс английского, ты видишь? Слушай, мужик, ты крут. Ты ешь Биг Мак. Нет, он мужик не крут. Я не советую переводить то, что он дальше сказал. Отлично. Ну, надеюсь, что все шахматисты неграмотны. Ну, в плане английского языка, конечно. Я вот немецкий учил. Немецкий крутой язык. Такой лаконичный, гармоничный. Не, английский тоже ничего. Вообще, короче, я в октябре собираюсь на Октоберфест в Германии, так что... Знаешь, что это за мероприятие? А, пивной фестиваль. Да. Не хочешь поучаствовать? Нет. В качестве зрителя хотя бы. Тебе там как раз из Женевы ехать. Ну, мне не очень далеко, но не более. Что мне там делать? Отдыхать, гулять, там красиво. А то буду единственный человек, который не пьет, я думаю. Да нет, ты прекрати, там еще беременные женщины же будут. Так. Я думаю, что там даже беременные женщины. Ну, Б6 надо пойти. Где Б5? Сейчас Е7. Е5? Да, Е5. Нет, здесь это была задумка, видишь? Ух, наш любимый прием. Поменять верзей. Пешку на c4, по-моему. Да, да. Пешки слабые дома. Ой. Так. Ну, с ним играет. Она. Алла. А Сапыкин Алла. Первая девушка. Или женщина, не знаю, как уважительный. Сказать, не то, не очень уважительно. Почему? Ну, как-то, не знаю.
Ну что, здесь выиграно абсолютно, да? Нет, что абсолютно. А сейчас? Сейчас Ну он да, без сейчас, слона. сейчас. Да. Ой, какой отвратительный ход. Ладно, 5 секунд, это никому не интересно абсолютно.